Ну что, мужики, всем привет, всех, наверное, в первую очередь с праздником. Всем здоровья побольше, чтобы проблем поменьше было. Ну и, естественно, удачного развития в игрушке. Ну а сегодня... Сегодня я просто покажу нашим новичкам, так сказать. Ну и вообще малому численности подписчиков там и тех людей, кто смотрит, просто покажу, что такое малышник. У меня он не вкачан нифига, кстати. Есть гильдия хорошая. Пообещал то, что чуть-чуть прорекламирую. Вот. Гильдия слуги тыквы. Парниша набирает вообще всех. Единственное, о чем просит, это что был актив. 2 дня отсутствия он кикает нафиг без разговоров. И без мата. То есть вот так вот. Гильдия хорошая, группа ВКонтакте есть. То есть как бы все как положено, скажем так. Ну что, пойдемте в рейд. Вот. Сейчас кого-нибудь... Ой. Выкинул много героев. Сейчас все будет. Герой очень хороший, по крайней мере, мне он радует. Но здесь не вытащим, скорее всего. Хотя, фиг его знает. Ботов нет. А этих уже по половину хп снял. Ну и остается совсем немного. Давай, лупи по вышкам. Тянем время. Все, никого на карте нет почти. Главное, чтобы на минах не взорвало. Все, победа. Победа. Давайте еще куда-нибудь зайдем. Ну, не куда-нибудь, а кого-нибудь. Вот так вот. Ну, тут хорошо видно будет. Много целей в одной кучке. Там шумы на заднем фоне, внимания не обращайте, я просто как бы, ну, с семьей особо возможности нету записать, но все-таки решил пильнуть видосик. Вот. Вчера хотел оформить стрим на сегодня, но немножко что-то пошло не по плану, как всегда, короче. Вот. Телефон у меня немножко говененький, но ничего, с этим проблемку решу скоро. Вот так вот как-то. В общем, блин, герой очень радует, по крайней мере, фармить золотишко на забор. Ну, прям приятно на самом деле. Ну, тут череп, примерит. Скорее всего, загасит сейчас черепок. Потому что с оживлением, как ни как. А не успел, постройки кончились. Ну, в общем, как-то так, кстати. Кстати, в этой гильдии доступна уже битва, вот. Так что, вот так, мне она недоступна, я только вчера вступил просто на этом аккаунте. Но, будете в курсе, если что. Может, кто из знакомых хочет куда-то вступить, где уже есть битва гильдий. Мы-то потому что только еще развиваемся, вот. Ну, ладно, что. Всем счастливенько, всем хорошего.